Наконец-то у нас лето в Швеции, краткосрочное. Значит, 24 градуса сегодня, 2 июня. Ну, на рыбалке мы не были, наверное, сколько? Недели 3, да? 2-3, наверное, точно. Была погода хреновая, дождь, ветер, в общем, короче, полная хрень, и рыбы не было. Ну, вот мы на рыбалке пару недель не были. Сегодня жара, ветра нет. И сегодня мы поедем искать судака. Я думаю, что сейчас судак уже, наверное, точно должен быть. Поэтому думаю, что сегодня нам удастся что-то поймать. Мы, конечно, постараемся. Все заряжено. Едем. О, Макс жахнул одного маленького. У меня окунь, да. Слушай, откуда он здесь? Уже окуня. Этот, как его? Уже лето. Судака рисует неплохо. Так что бабушку пусть зовет. Такая приманочка. Все, погнал? Ты его гипнотизируешь? Смотри. В объятия его взял. Окунь, что ли? Окунь такой уже весь отметался давным-давно. Такой чисто коптильный. Окуневое место, да. Блин, ну засядет, а вот смотри, что, блин, ни туда, ни сюда. Мелкий засранец. Короче, вот такой вот. Вытаскивать полчаса. Непонятно, то ли окунь, то ли судак. Просто жара. Короче, надо отсюда ехать. Здесь окуневое место. Здесь место окуневое. Так берет, блин, за глотаж, смотри. О. Короче, здесь окунь, едем дальше. За судаком. Окунь. Да. Окунь. Не знаю, может, приманка ему нравится, окунь. Хрен его знает. Обычная, типа кейтеча. Что ему там? Приманка, как приманка. Макс там что-то жахнул. Окунь, наверное. Легенькая. Легенькая и дерзкая. Ну, рыбу на дне рисует, да, ну понятно. Да, окуня вот он ушел. Окуня в этом году, блин, немерено. Что-то окуня вообще, да? Да. Судака мало, окуня много. Еще погода сейчас, 2 часа, жара, 25 градусов. Ветра нет. Ну, это не судаковая погода. Повеселее уже? Судачок. Уже не окунь. Да. Маленький. Маленький. Нравился ему китач. Не кошерный. В ту сторону он идет сейчас. Да. Идет на уменьшение. Повеселей. А, тоже была поклевка. Уже судачочек, о, ну это уже нормальненький, уже подходит. Наверное, под раз, да? Ну, наверное, да, это скорее всего пройдет 40-45 сантиметров. 45, аж лодку разворачивает, Макс. С якоря сниматься надо.
Чё-то. О, жаба что ли? Или судак неплохой? Смотри, что сейчас под якорь. О, ну это судак, это хороший дядя. А, нормально засел, вытаскиваю. О, Макс, ну это... Это... Ну, таких штук 30, и да, можно домой да. ехать. Именно так. Именно смотри, хороший, видишь, на что берет? На китеч, на большой. Я вот на маленькие приманки ловлю, у меня еще ни одной поклевки точно толком не было. Прямо на забросе. Я же говорю, на выбросе, да. Выбросе. О, отлично. Жадный удар. Судак. Судак, стопудово. Аж, блядь, завибрировало, сука. Да? В конце, но... Ну, это судак. Я тебе говорю, видишь, работает китеч большой. Судачок небольшой, но удар. Ну, видишь, небольшой, но злой. Ага. А китеч вот такой. Там 12 сантиметров. Судачок маленький, да. Не кошерный. Сейчас поставлю. Такую вот микадо. Крутил нам тут мозг один. Небольшой, походу. Ага. Да, не мелкий. Это мелкий. Черный. Черный. Блин, так бьет, знаешь, сильно. Так бух, блин. А судачок что-то какой-то никакой. А приманка, смотри, какая. Заглатывает просто целиком. Сказка. Ну что там, Макс? Что ты поймал? Что ты поймал на этот раз? Идиллия, просто тишина. Кукушка. На заднем плане. Смотри, сейчас якорь, чтобы не зацепился. Он тащи его быстрее. Тянется так, как будто там 5 килограмм сидит. А. На самом деле, такая вот мелочь. Да. Это не наша рыба. Вот оттуда, да? Ну-ну-ну-ну-ну, Макс. Сегодня ты выловишь всего судака. Биоресурсы. Такой стандарт. Ну такой миленький. Миленький стандартик, да. Миленький стандартик. Увеличили наши биоресурсы, блин. Угу. Главное никому не показывать, чтобы не засмеяли. Слушай, так ударил, да? Бум просто. Знаешь, вот, ну я не знаю. Я тебе говорю, не дай бог увидят просто. Там вон рыбаки местные засмеют. Я тебе говорю. Да посмотри. Ну это вообще детский сад. Прошлогодний. Я тебе говорю. Просто прошлогодний. Да. Такой вот судак, ребята. В этом году. Детский сад, блядь. Обижаем. Мельче и мельче, да. Не укрупняется, а все мельче и мельче становится. Но ничего было. Слушай, так ударил, я тебе говорю, знаешь, вот прям не просто там какой-то тычочек, а так тух. Я такой, знаешь, ну ты знаешь этот кончик, я кажу, подсекаю так конкретно, ты видел? Да ты видел, как удочка согнутая просто там в дугу? Толку, да. Да, да, да. Да, короче, это вообще какая-то жара. Рыбы нет. Тут уже судачком попахивает, да. Да, да, такой маленький. Да, мелкий. А так тянет, знаешь, как будто там
просто. Ну вообще, ну ты посмотри. Это же детский сад. Да. 32 сантиметра, 32. Вот. У некоторых людей член длиннее, чем эта рыба. Что-то там бабахнуло. Так, я там, по-моему, за якорь зацепился уже. Ага. С этой. Я что-то чувствую. Дррр. Якорь. Такой же, да? Да. Детский сад. Скоро я начну и таких брать. Забирать просто. Все идет к тому, что придется скоро забирать даже и таких, и даже мельче. Смотри, видишь? Уже рыба уже теплая, вода. Сколько там? Смотрел, 16-17 градусов. Дети, дети. Какая сегодня, блин, красотища. Погода отличная, но рыбалка так себе. Ты видел, я просто спиннинг отпускаю, с тобой разговариваю, пах, вертикальный джиг. Смотри, как у него погрызано этот. Его жевали. Видишь? Смотри, у него просто плавника нету. Смотри. Его просто вот так вот, походу. Бах. Да, да. Да, вот смотри, видишь, у него какие. Смотри, его там жрала щука, скорее всего. Его бахнуло. Ладно, выжила щуки. И мы... Да, мы отпустим. Да. Ну, Максу говорю, подплыли. Говорю, сюда. Я говорю, здесь 2 года назад на четверу поймал в 6 часов вечера. Подплываю, первый заброс. И просто... Я тебе говорю, как жахнул. Здесь судак, вот на этом месте судак. Смотри, смотри, смотри. Судак, скорее всего, я думаю. Наверное, да. Может, щука, конечно, я не знаю. Так. Щука. Я думал, судак, блин, смотри. Она тебя тут и ждала. Да, прошли времена хороших судаков. Жаба, ну что, она цепляется? Ну, котлеты. Котлет. Подумай о котлетах. Она такая. Ничего такая, да, вроде? Филирую ее сразу. Да. Возьму, наверное. На безрыбье, говорит, и рак рыба, да? Что за дубинка? Зловещая дубинка. Макс сразу мне дубинку передает, самое главное. Да, да. Ну такая. Ну ничего, ну размерчик неплохой. Вот более крупная мне не нравится. А вот такой размер самый самолет. Снимаю с высоты птичьего полета. Это уже судак, но небольшой. Такой тычок чисто судаковый, такой дух. Я сегодня, походу, ни одного судака папиного размера не поймаю. А, ну это хороший. Это размерчик наш. Да, на. Оба. Не, ну это хороший размер, да. Да, вот там. Да, да, этот сейчас даже мы его смерим. О, Макс, видишь, пошла жара. Расклёв пошел. Ну, казалось бы, где, а здесь он. Здесь он и обитает. Расклёв, да. Расклёв. Во! Смотри, смотри, это уже хороший. Давай, быстренько его опрокидывай в лодочку. Ну, вот это, видишь, это уже экземпляр такой, неплохой. Ну.
На безрыбье и это, да? Ну, видишь, на большой не хотел брать, блин, этот. Ага. На безрыбье и небольшой судак рыба. Да. Не, ну это хороший размер. У нас такой размер зачетный, потому что у нас это стандарт. Давай, под вечерочек. Ну, это консервный. Из такого только консервы делать. Да. Ребята. Судак клюет, но такая мелочь. Ага. Страшно в руки брать, действительно. Только несколько более или менее достойных экземпляров сегодня удалось поймать. Ну все, короче, ребята, закончилась сегодняшняя наша рыбалка. Судачок мелкий, есть, но мелкий. Так что вот так. Ну все. Фу, время, сколько уж, 10 час, наверное. Да, Макс? Да, 9. Да, 9 с чем-то уже. Так, вот еще светло у нас, белые ночи, скажем. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.